Есть предложение начать работу сессии. Кто за это предложение, прошу голосовать. Прошедший год был напряженным для экономики района. В создавшихся условиях нам необходимо было сосредоточиться на решении задач эффективного использования имеющих ресурсов и повышения достигнутого в районе уровня жизни и социальных гарантий. Уровень доверия мезеринцев к выбранному курсу развития республики действующим президентом. Района насчитывается более 14 тысяч голов КРС, в том числе 5600 дойных коров. В селом Патрусе налаживается механизм созидательной работы, обеспечен рост главных экономических показателей, денежной выручки на 12%, валовой продукции на 7%, величина среднемесячной зарплаты выросла на 11%. Хотел бы отметить, что несмотря на то, что есть и плюсы, и минусы, мы очень оптимистично относимся к перспективе Мезелинского района. Очень много планов, серьезных планов есть у владельцев и руководителей сельхозпредприятий. Уверен, что вот этот показатель негативный, он будет исправлен обязательно. Есть хороший задел, и мы видели не только сегодня хорошие реализованные проекты, но, что очень важно, хорошие амбиции, их продолжение, много новых идей и проектов по реализации внедрения новых инвестиционных проектов позволят мезелинцам стабильно работать, активно жить и творить.